Владимир Владимирович, Петр... Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально вот на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, хорошо. Вы сказали про Карабах. Я как... Интересы даже рядовых членов этой компании и руководства этой компании, они не всегда совпадают. Не все же получали доходы 300, там, по-моему, 840 миллионов, миллиардов рублей от поставок продовольствия в вооруженные силы. Того, как Соединенные Штаты – это огромная экономика.